Привет. Скажи мне, что останавливает тебя от достижения цели? Знаешь, есть очень простой вопрос. Веришь ли ты, что однажды будешь жить не в том мире, который тебя всегда окружал, а в том, о котором постоянно грезишь? Самый большой враг, с которым тебе необходимо справиться, это ты сам. Если внутри врага нет, то ни один враг снаружи тебе не страшен. Большинство людей живет в зоне комфорта, боятся его расширить. Да? Они перестают расти, перестают хотеть чего-то большего. Они готовы ходить на работу, которую не любят. Видишь ли, когда ты не преследуешь какую-либо цель, ты фактически совершаешь духовное самоубийство. А вот когда цель есть, и ты к ней стремишься, стены зоны комфорта начинают трещать по швам. Появляются новые возможности, открываются таланты, о которых ты даже не знал. Никогда не станешь успешным, пока не превратишь свою боль в величие. Пока ты не объединишься со своей болью, чтобы она помогла тебе пройти оттуда, где ты есть, туда, где ты хочешь быть. Перестань избегать боли. Прими ее. Твоя боль будет лишь частью того, что ты сделаешь. Заставь себя сделать это. Есть столько вещей, которые каждому из нас нужно было бы сделать. Но мы этого не сделали из-за страха. Ты боишься провала. Боишься сделать ошибку. Боишься того, что ты не идеален. Но ты не должен быть идеальным, чтобы достичь желаемого. Главное — ввязаться и сражаться до последнего. Проблема в том, что ты думаешь, что какая-то таблетка чудесным образом выведет тебя на следующий уровень. Ты мыслишь теми же категориями, что и все остальные. Ну а теперь ответь мне. Почему же ты ждешь эту таблетку и рассчитываешь на что-то большее?